Ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, всех, всех приветствую, скажем так. Мы продолжаем проходить Dead Space, Dead Space, так сказать. Вот в предыдущей серии мы остановились вот здесь вот. Мы ехали вот на этой херне. И что? Что вам сказать? И вот там вот всякие монстры были, всякие вот эта вся херня, тому подобное. Такое, короче. Вот. Должны были помочь своей напарнице, я так понимаю, какой-то второй, не знаю, девушке, че шо. Там какая-то девушка была, она что-то делала, но должны были ее охранять. Потом сажать поудобнее, там, наливать чай, кофе, что кто любит. Приятного аппетита, кто кушает, и... Пледик не забывайте. Вот это вот, да? Не забывайте, пледик. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! Блин, знаете, что думаю? Может, все-таки сгонять назад? Где-то там магазин 100% был, мне кажется. Давайте сгоняем-ка вот сюда, вот куда-то назад. Купим все, что нам нужно. Потому что, ну блин, там патронов нам тогда с вами не хватило вообще. Вот, а тут, надеюсь, хватит. Вот. Надо купить патроны, скорее всего, потому что у нас две аптеки вообще есть. Можно одну аптеку вообще продать. С вами один патрон вот сюда. И ноль патронов вот сюда. 4 патрона всего лишь в запасе. Поэтому нужно купить 100%. Так, где магазин? Магазин. Вот здесь оно. Вот оно. Кстати, пока мы покупаем, это если что. Если что, Телеграм, вот это вот канал, да, вот это все дело в описании, там всякие новости делают, что вот недавно вот монитор, все, ББ, поэтому да. Поэтому подписывайтесь, да, узнавайте о новых новостях, вообще о новостях первыми. Там такая вот инсайдерская инфа постится. Так, что я думаю? Давайте-ка мы купим еще раз, сколько стоит? 2000, бля... А, ну нам хватит вот сюда и вот сюда. Все, нормально. Нормал дес. Все хватило за яйца. Все, едем вниз теперь. Да уж, корабль, конечно, очень странный. Интересно, какой будет босс. Потому что первого босса мы уже все, ББ, скажем, уничтожили. Вот. А какой будет финальный босс, мне вот это интересно. И сколько их вообще тут? Давай, давай, открывай быстрее. Так, здесь точно ничего больше нету такого. Прям вот 100%, да? Что я-то тебя знаю, блять, знаешь, я знаю, что здесь что-то да есть. Просто если нет нихуя, то такое все, конечно, обидненькая штучка. Ну да, нету ничего, блять. Ну ладно, погнали хотя бы так. Так, сохранимся сразу же. Эх, здесь даже парковок никого нет туда, да? Жаль, жаль. Ну шо, let's go. Я думаю, знаете что? Давайте пока мы не поехали. Видите, у нас такие штучки есть. Такие вот, да? Может быть, нужно кидать их туда и там лут забирать при помощи вот этой штуки. Смотрите, как она далеко ебашит. То есть, может, реально лут надо с нее собирать как-то. Подожди. Ты-ка сюда.
Опа. Плюс аптека. Подожди-ка. Блять. Ну дай сюда. Кадай сюда мне. Сори, вообще не хочет подбирать. Та штука. Да, вон она, это что вообще? Еще одна аптека. Еще одна аптека. Что, блядь? Здесь аптек куча вообще лежит. Это что вообще? У нас три аптеки, ребят, с вами. Три. Такое себе. Ладно, let's go. Поехали сразу же. Берем сюда. Бан. Минус одна хуйня. Где? Где? Вон, вон вижу. Бан. Так, еще где? 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 Ай, блядь, тварь. Да, из меня стрел, конечно, еще тот. Так, где, где, где? Где, где, где? А ну. Я же знаю, ты где-то здесь, а вот, блядь. Сразу минус. Ну, где, блядь? Где-то еще должна быть. Я помню, помните? Мы с вами тогда еще тут увидели. Ну. Так, давай-ка теперь мы с тобой что сделаем? Прокатимся назад и соберем весь лут. Блядь. Обратно нельзя? Это действительно ты? А ты кто вообще, мать? Кажется, прошло столько времени. Но я помогу тебе. Пошли со мной. Обязательно, блядь. Подожди, блядь. А сейчас я хочу собрать весь лут, который здесь есть. Мне потому что нужен он. А я уверен, здесь лута очень много. Так, сразу. Так, там ничего, в принципе, нету. Да, здесь тоже ничего такого, прикиньте, нету. Хотя вон. Нет. Бля, вообще ничего нету. Серьезно? Бля, ну ты правда, что ли? Че, правда? Бля. А, вот что это. Опа, Патрики. Сюда, нахуй. На базу, на базу. Там что-то еще лежало. Блядь, сейчас обратно прокатимся, возьму. Да не, вроде больше ничего такого здесь нет, прикиньте, ребятки. Больше вроде ничего такого здесь не валяется. Да, больше здесь ничего такого не валяется, к сожалению. О! Давайте тоже реально сразу сохранимся с вами. Сразу сохранимся, что нет там. Чтобы заново все это не проходить. Поехали. Бля, ну точно здесь ничего больше нету? Ну это такое, если нету. Нету, прикиньте. И здесь тоже ничего такого нету. Здесь тем более, блядь. А, вон что-то лежит. Даже может где-то здесь, может что-то не. Не, прикинь. Так, ну вот что тут валяется, блядь, я же вижу нахуй. Да дай! О, плюс Патрики. А. Ну, смотри, здесь больше у нас с тобой ничего не валяется. В принципе-то так. Ну, я говорю, может где-то здесь, если не здесь, не сверху, то может внизу где-то что-то валяется. Почему нет? Такое же возможно, правильно, возможно. Не, ну ты прикинь. Ну не, ну ты прикинь. Вот. Ясно. Наебалово. А, ну здесь еще патрики у нас лежат с вами. Аптека зачем-то еще одна. Ну, лучше будем радоваться этой аптеке. Алло. Возьми. Алло, блядь, дядя. Что возьмешь?
все, у нас с вами полный багаж. О, скут Патриков. В прошлый раз такого не было, ребят, вспомните. Так, ну чё, поехали. Здесь рядом на складе. Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Май, давай быстрее, пожалуйста. Я одну, конечно, использую. Давай речь, речь, речь. Бан, блядь. Минус. Патрики, сюда, блядь. Перезаряжаем. Так, Патрики, сюда, блядь. Папочки. Патрики, дай-ка мне, блядь. Алло. Нахуй мне это, блядь. Дай мне патроны. О, плюс 1000. Да иди нахуй. Это тоже что-то упало, я вижу, блядь. Патроны. Вот так вот, блядь, сюда, нахуй. Папочки, это надо. Пизда. Ебать, там ты посмотри, что там творится. Не, ну ты видел? Сюда дай. Тварь, блядь. Ты, блядь, малявка ебаная. Ты, блядь, нахуй. Ты не охуел, блядь. Так, там что-то было. Сюда. Патрики. Их слишком много, ребят. Вы чего, блядь? Есть. Дверь открылась. Я не могу до тебя добраться. От души. Но я что-нибудь придумаю. Ну вот что-то придумай, мать. А, то есть ты наша девушка? Надеюсь, что все, скоро это все это кончится, блядь. На, держи, ёпта. Подожди. Мне интересно, что по луту. То есть мы с вами, ребят, прошли, да? Там что это? Это конечность всего лишь. Я там лут упал просто. Это жалька, жалька. А здесь что у него? А, ну вообще ничего не оставил. Ну молодец, блядь, что. Поздравляю. А с вами? Патронов на это вообще ноль. Ну ладно, на винтовочку. Давайте с винтовочку походим, чего нет. О, сюда. Папочки. Папочки такое надо. Так, подожди. Что у нас? Узел силовой. Ага. Ебать, что здесь? Аптека. Ай. Костюм еще. Нифига себе. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел маяк. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Короче, она сказала, что... Дядь, ты нашел маяк? Иди теперь ставь. А нашего напарника, возможно, уже нету. Вот она вот так сказала. Опа. А вот это вот интересно. Значит, опять эти твари будут, да? Мне почему-то кажется, что сейчас эти твари опять будут тут. Почему-то так кажется. Поехали. Я даже не удивлен. Вон, я вижу. Блядь, в смысле? Оля, ты что тут делаешь? Здорово. Ну я в ахуе, ребятки, сейчас. Сначала тушнягу. Ну давай, что ты, блядь? Смотри, она бегает. Ой-ой-ой, больно. А, отсосала, блядь. Хуёвина-то, блядь. Смотри на неё. О, сколько здесь вообще?
понос нахуй, ребятки. Я ваш рот ебал. Ух, бля. Не-не-не, давай обратно, обратно, мужик. Мужик, обратно, вези меня. У меня патрон ноль, ты о чем? Вообще патрон нет ни для чего. Подожди, вон там что-то есть. Сюда папочки дай. Сука. Ты, блядь. А, блядь. Не понимаю, что ты делаешь. О, папочки, патроны сюда нужны. Блядь, это жестко. Спасибо, игра, что так делаешь. От души просто. Так, вон там что-то еще есть, я вижу. Патрончики нужны. Так, сюда отдай мне эту штучку. Шо, они там стоят, да, до сих пор? Блять. Ладно. Очень жаль, что не попал. Это что такое лежит? Конечность. Но здесь больше вроде ничего такого нету. У меня только для этого, да? Верно, только для этого. И не скаптяк. Мы их сохраним, ребят, потому что они нам нужны. Я вам, бля, буду они нам нужны. Поехали назад, поехали, поехали назад. Деуш, деуш, деуш. Я в щеках, я в щеках. Дай-ка мне вот эту штучку. Может, долетит до них, как думаете, долетит? Нет. К сожалению, нет. Не долетело. Блять, что там? Может, там тоже что-то есть? Чешу, может, что я не вижу? Нет, тут ничего. Тогда еще лут, пожалуйста. А, да? А, да? Да, здравствуйте, здравствуйте. Я вам тоже рад. В кавычках нет. Да, ну там ничего, в принципе. Ну ладно, давай их так херачить. Давай, 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 шутер, блядь. Сейчас просто. Внимание, не снимайте защитный костюм. А, сейчас да послушаем. 8 часов мы сами провели. В среде класса А. Нельзя снимать, что, блядь? Это почему еще? А зачем аптеку использовал? У нас еще, смотрите, у нас с вами большая есть, две средние. Охуеть. И что это вообще? Что это? Что это? А, у нас защитный костюм 4 уровня есть. Ничего себе. Не, ну ты прикинь. Так, на своем запасе там есть? Нету. Давай вот это возьмем. Ты, сука, блядь. Заебал. Все, нехуй, блядь, выебываться на меня, блядь. Вар. Че, куда нам? Обратно, что ли, вообще? Я открыла доступ к лифту на родную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Угу. Мне кажется, астероид держит гравизамки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить. А, да. Ебать, тут что вообще творится? Так, поехали сначала наверх. С тобой сохранимся для начала. Еще раз. И, может быть, продадим одну из аптек, потому что нам патроны очень нужны сейчас. Хотя бы вот на пест, говорю, хотя бы на пест. Потому что, ну, без патронов здесь вообще нечего делать. Без патронов здесь вообще нечего делать. Мы с вами это уже знаем. По предыдущим сериям, да, когда боссы еще фигачили. Мы с вами это знаем, уже проходили, поэтому нахер на такие грабли наступать еще раз. Или продать большую, ребят. Большую продать и оставить две средние хотя бы. Я считаю, лучше большую продать. Давайте большую. Посмотрим, сколько она стоит для начала. Купить ее и сколько она стоит при продаже. Угу. 35 тысяч. А, да? А, да? Так, патроны есть. Блин, где она?
Средняя аптечка. А, то есть большой нет вообще? 5000. Ну давай его продадим, чё нет-то? Нам нужно в любом случае как-то хотя бы что-то здесь выбирать из этого. Все, поехали. Надо хоть как-то тут выживать. У нас три аптеки с вами есть еще. Блять. Все, поехали. Поехали. А, сохраниться. Не забываем сохраниться, потому что, блять, ну его нахуй. Кто знает, что будет. Бля, 8 часов с вами проиграли. 8, блять. 8 часов, прикинь. Не, ну ты прикинь, 8 часов. Это же жестко. Да уж. Бля, сейчас чувствую, будет вообще мясо жесткое. У нас с вами в запасе 15 патронов на пест. Бля, первое, что я буду использовать, нахуй, это, блядь, винтовку. Что там патронов вообще почти нету. 4 патрона и в запасе 0. Поэтому, ну его нахуй. Ну его нахуй. Поехали, чё. Нахуй, нахуй, отправляй меня наверх. Ты прикинь? Я их вообще не вижу, а они тут. Ты прикинь? Понятно. Поехали вниз. Я их вообще не вижу, блядь. Да, вот эта игра, конечно, жестко делает. Давай, 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 давай. Да, маленькая хуйня, иди нахуй. Ну, это все же, а? Давай, а, пробуй, ну, а? Ты чё, мразь? Куда ты бегаешь? Минус. Сюда патроны. Ты прикинь? Я их вообще не вижу здесь. Куда нам идти? С тобой. Понятно. Вон там какая-то тварь еще. Вот здесь вот. Тут что-то говорит еще. Вон она бегает, маленькая тварь. Давай, иди сюда, блядь. Алёна. Блять, просто так патрон потратил, что ли, получилось? Патроны сюда сразу. Нахуй мне вот этот, мне патроны нужны там. Патроны дай сюда. Оп, все. А, то есть все? Не патронов? Серьезно? Три патрона сразу, прикинь. Не, ну ты прикинь. Три патрона просто. Оп, что здесь? А, да? Ну пошли за патрон с тобой возьмем. Ну, с один. А, он ничего не дал. Спасибо. О, магаз есть. Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере,
крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи. Еще одна. Да, жестко, жестко. Это очень нужна нам штука. Ну, аж до конца прокачаем, чего бы нет. Так, что нам надо сделать? Знаешь, что предлагаю? Так, чё тут? Нам идти в любом случае назад. Нам лететь в любом случае назад с вами. Но что здесь? Подожди-ка, там такого же нет, поэтому нам, скорее всего, нам туда перетащить, да, эту хуйню? Ну, погнали, чё. Нам с вами в любом случае сюда идти. Да ну его нахуй, правда что ли? Пиздец. Я в шоках, ребята. Это я вытащил только вот эту хуйню. Какие страшные звуки, ебать. Чё тут? Экспосит. Может ударить током, окей. Так, нам наверх с вами еще идти. Let's go. А, вниз ехать. Бля, там уверен, какая-то хуйня сейчас будет. Ну, наверное, сразу перезаряжу, нахуй. С какой стороны? Вот с этой. А, да? А, да, что ли? Да? Да? Бля, это пиздец, ребята. Я тебя, блядь, слышал. Не надо мне здесь. Нам сюда как раз таки, ребят, с вами. А, понятно. Понятно. Бабки. Ох, ебать, тут луты, смотрите. Бабки? Нам деньги дают, что ли? А, текстовое, кстати. Текстовое сообщение. Журнал... Журнал разработки А Даллас Бригадир, второй инженер. До настоящего момента процесс переработки планет шел, как было запланировано. Хотя мы и потеряли на время контакт с колонией. Первый срез был доставлен на борт уже через час после раскола планеты. Обработан, очищен и переплавлен. Результаты превзошли самые оптимистические прогнозы. Обычно любая порода содержит 35% минералов, 5% окаменелости, а 60% идет в отходы. Но тут мы получили 65% минералов и 0% окаменелости. Это составляет 6-5 тонн руды на каждые 10 тонн породы. Если только это была не аномалия. Мы вскрыли настоящую сокровищницу. Понятно. А, с двух сторон, типа, что, блядь? Ой, блядь, ну погнали, чё.
Охуеть. Зона невесомости. Бля, здесь сейчас какой-нибудь босс, да, будет. Что нужно сделать-то, блядь? Что нужно сделать-то? Нам нужно на него. Здесь какая-нибудь хуйня будет, я уверен, блядь, почему-то. Ты кто, блядь? Алло, нахуй. Да, блядь, уже все. Побежали отсюда. Конечно, смотрите, какие-то сгоревшие твари, блядь. Ай, больно. Ебать, их тут три, прикинь. Не, ну ты прикинь. Не пизда. Открой, 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 пожалуйста. Зона гравитации. Пошли в магаз. У меня вообще патрон нету, нахуй. Ста, блять. В рот шатал эту хуйню. Ну, они просто так деньги дали же. Правильно? Правильно. Давай-ка мы прокачаем сейчас наш этот, блядь. Наш плазменный резак 100% прокачаем на урон. И все. Там вроде должно быть два было узла, да, быть? Да пошел ты нахуй, блядь. Пошел ты нахуй, дядя, блядь. Я, блядь, напишу. Давай, блядь, поехали, блядь. Давай, блядь, рукопашку, шо ты, блядь. Ты, сука. Сука, я ж тебя, блядь, еще раз сейчас захуярю, блядь. Ты о чем нахуй надеюсь? Все, блядь. Нихуя вот смотреть, блядь. Смотрите-ка на него, блядь. Колбаса, блядь. Баная, блядь. Значит так, с нас есть деньги. Так, сначала купим с тобой что? Маленькую аптечку. И, блядь, просто вот это покупаем максимально. Поехали. О, нихуя. Прикинь. Ну где вы, блядь? Здорово. Давайте вокруг всех заберу. Дай-ка мне. Минус. Пять. А что мне с ним делать-то, блядь?
А, понял. Мне надо установить хуйню. Окей, окей, окей. А, да, блядь. А, настолько все просто было или что, блядь? Я в ахуе, ребят. Это, ну, реально. Видите, настолько все просто, блядь. Я в шоке, блядь. Два. Оу. Изи, блядь. Я в аху, ребят, нахожу, честно, блядь. Прикиньте, вот настолько все просто. Ёбаный его рот, блядь. Подожди-ка, нахуй. Подожди-ка, дай-ка сюда. Подожди, эти две мы поломали, что дальше? Нет, нихуя. А что дальше, блядь? Ну и... Эту хуйню мы с вами поломали. Что там? А, это выходы, блядь. Ну эти штуки мы поломали, и чё? Так, и... А чё дальше-то? А, их тут 4, блядь. Ну, 2 здесь. И где еще 2? Подожди, а где еще 2? Раз. Подожди. 2 штуки мы с тобой поломали. Где еще 2 такие? Видите, там надо 1-2. Видите, тут еще 2. А где еще такие 2 штуки? Где-то они еще есть. Ну, 2 здесь 100%. Вот они, мы их поломали. Где еще одни? Ну, видите, тут здесь посмотреть, вот 2 вышло из строя. Еще 2 нужно. Может, на другой части вообще, да, посмотрим, пойдем. По 6 посмотрим. Зона гравитации. Тут 2 входа. Это уже понятно. В одно и то же, да, 2 входа, да. В одно и то же 2 входа. Подожди, я, грубо говоря, могу туда сейчас полететь? Могу, прикинь. Ебать. Я могу. Вон они там 2 мотора, вы видели? Понятно. Хм. Интересно, блядь. Интересненько, нахуй. Зона невесомости.
три. Еще раз. Два. Три. Два мы сломали с вами, окей. И там еще два, прикинь, есть. Там вот еще два есть, прикинь. Даже они снизу тоже ебашат, да? Да. Может не нужно вообще туда вылетать? Может можно и с этой стороны все сделать? Я это с тобой не знаю, да? Но не снаружи, блядь. Хм. И как? А, вот, ля, смотри. А, нет. Это хуйня. Хуйня все. Подожди, я могу вот так вот пройти? Зона вакуума. Могу. Все. Раз. Где еще? Блядь, где еще один-то нахуй? Ой, тихо, тихо. Тихо, нахуй. А-а-а, ясно. Тварь мелкая, нахуй. Охуеть, блядь. Просто из-за хуйни какой-то ебаный. Ой, бля. Конечно, мы с тобой нашли способ. Все, это изи. Да уж. Да уж. Ну, блядь, конечно, разработчики молодцы. Поехали. Зона невесомости. Так, сразу давай, эту хуйню разъебашим. Блядь! Так, еще где? Где-то еще здесь был? Я видел, блядь. Вон он. Ладно, давай, похуй вообще. Я поднял? Да. Все, мы с тобой тут сломали. Мы молодцы с тобой. Мы с тобой здесь сломали. Теперь нужно на ту сторону идти 100%. Смотри как. Сейчас она наверх идет, и мы идем через низ. Зона вакуума.
Где-то маленькая хуйня эта, блядь. Блядь, что меня ебашит-то? Подожди. А, вот. Ебать их тут, ты прикинь, смотри, 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 что они делают. Смотри, их тут дохуя, блядь. Где, давай, тварь. Блять, не то поставил. Окей, я понял, это, короче, эти... Окей, я понял, с патронами идти 100%. Пошли за патриками. Зона невесомости. Поехали. Мы с тобой успеваем, если что. Зона вакуума. Блять, такая тварь маленькая. Где она, блядь? Вот на ты нахуй. Сюда, бля, папочки нахуй. Сейчас я, блядь, устрою нахуй карусель, блядь. Блядь, где еще одна? А, вот она, блядь. Давай нахуй, давай, давай. Тварь такая, блядь. Блядь, не то сделал. Подожди ты, блядь. Предупреждение. Груз 8772 освобожден от захвата. Необученный персонал должен покинуть отсек немедленно. Подожди, мать. Слегка-то, блядь. Зона нормального давления. Ну, летим. Фу, это было сложновато, ребят, слегка. Все, поебашили отсюда. Бля, ща бы только не надо, только мне твари не надо ставить. Пожалуйста, пожалуйста, только не твари какие-нибудь. Не надо. Зона гравитации. Все, куда нам? Нам туда обратно ебашить. Я даже не удивлен, блядь, знаешь. А ты еще жила, блядь. Дышись в аптеку. Чаще наверху твари появятся, блядь. Уверен в этом вообще максимально. А как здесь проходить, ёбана? А, вот здесь. Пиздец, что здесь творится, да, ребят? Все, идите нахуй. Обед будет. Чего обед будет? А, да? Все правда, что ли? Какая тварь, бля, я прям слышу ее нахуй.
Погнали за этим теперь, блядь. Мог пройти все это время, да? Ну ладно. На что идти не буду. Ну то, что он в огне, да, там вообще похую, в принципе, блядь. Тут реально, блядь, игра охуенно, просто проработки жесткие здесь. Очень жесткие проработки, ребят. Так, у нас здесь нет патрон? Нету. Все. Я как? Тихо, блядь. О, спасибо за аптеку сразу же. Сначала мы смотрим на лут. Для начала, блядь, просто. Почему здесь они только... Вот нереально, у меня очень много вопросов к этой игре. Груз 8772 запущен. Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Конечно, могу, блядь, я же бессмертный. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Ай, даже не удивлен, блядь. Давай нахуй. Хуякс. Ебать! Вы что, правда будете такой хуйней заниматься, ребята? Я вам не верю. Нахуй, нахуй, нахуй. Ну, у меня патрон не так много, кстати говоря. Классно, спасибо, игра. Я тебя обожаю за это. Да? Я, знаете, что ребята предлагают? Давайте-ка мы с вами пройдем это в следующей серии, чтобы не затягивать эту, чтобы не делать ее прям вообще большой. Поэтому спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, там ссылки в описании, да, то вот на группу нашу. Вот, там мемы иногда, мемы реально постятся прикольненькие, смешные. И на телеграм-канал, там, чтобы узнавать вообще о всех новостях, да, там, чтобы какие-то инсайды ловить, чтобы какие-то инсайды узнавать, которых нету в группе нашей ВК. Поэтому все ссылки в описании. Спасибо вам за просмотр еще раз. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Давайте.